уже 9 российских авиакомпаний планируют или уже начали осуществлять свыше 50 рейсов в неделю между городами России численностью свыше 20 и Баку. Кроме того, российские компании, уже 4 компании собираются осуществлять рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Махачкалы в Гянджу, Ленкоране и Нахчивань. Когда я говорю «намереваются», потому что мы четко знаем, что они запросили, они назначены как официальные перевозчики российским правительством, ну, Министерством транспорта, запросили азербайджанскую сторону о получении соответствующих разрешений. Не могу сказать, сколько из этих разрешений удовлетворено, но, по-моему, свыше 90%. То есть они уже летают. Если вы посмотрите, у нас сейчас между самыми разными городами Российской Федерации и Баку, как минимум, есть уже рейсы, а также между другими азербайджанскими городами.